Резерв керуючих кадров педагогичной галины принимания пополнился. Новыми у списке стали имена 40 выпускников школы педагогичного лидера. Навучальный марафон третий год запар организуют специалисты областного института развития эдукации. Сёлета он стартовал 2 соковика, а 28 красовика выпускники отримали сертификаты об закончении школы лидера. Уручение документов о поспеховом прохождении курса прошло в урочистой обстановке. Для каждого 40 выпускников была вылучена своя индивидуальная номинация – лидер, профессионал, поспех и иншие. Как подкреслили уже былые слухачи школы, дякуючи АВ и онлайн-заняткам, навучание прошло максимально зручно и доступно. Нема сумнению, что багаж ведов каждого слухача пополнился новой корыстной информацией. В плане работы очень, наверное, такие креативные моменты мотивировать свой коллектив. Какие-то методики, диагностики сподвигать и поднимать этим коллектив, чтобы мы не были на одном месте, а все-таки двигали так, как мы управляем развитием. Поэтому, наверное, очень большой опыт работы и вот что я переняла для себя, все-таки сотрудников Гродненского областного института развития образования. Вот как все-таки эти цели вести за собой. Отметно, что школа педагогичного лидера проводится штогод. Удельниками сёлетней уже третий по лику стало еще больше наставников и выхавальников школ, лицеев, детских садков и колледжев из усяго региона. Яны лепшие из лепших, которые вытримали отбор сирот тысячи претендентов. По закончении выпускники будут залишены у резерв керующих кадров адукационной галины принимания. Это потенциально готовые будущие управленцы в учреждениях образования нашего региона. 40 человек прошли мощный отбор через различные диагностики, различные тесты для того, чтобы попасть сюда, в школу. Естественно, обучение в 3 сессиях по 3 дня, оно было кратким, но очень насыщенным. Я бы сказала, что это была технология мощного профессионального погружения.